Доброго дня, з вами Вірменський час. Плани на 2015 рік – актуальне питання на сьогодні. Обговорюють його зараз у багатьох організаціях, у тому числі у вірменських молодіжних. Сьогодні у програмі. Чи вдалося карате-клубу «Вагр» провести свій традиційний турнір «Харків Опен» в цьому році? Мені говорили, якщо 100-150 чоловік будуть, то ти молодець. У нас 400, я вважаю, що ми молодці. Найсвіжіші новини з життя Харківської вірменської молодіжної організації. У нас буде свій окремий незалежний рахунок, який ми можемо тепер вже направляти на те мероприятие, яке вважаємо нужним. Сагрунов Рудик Сергеевич, президент клуба «Вагр», президент Всемирной федерации шатакан карате в Украине, чемпион мира, Европы и обладатель Кубка мира и Кубка Европы. От себя добавим, человек, который уже много лет занимается развитием карате в городе Харькове и воспитывает сильных, смелых и талантливых спортсменов. Спасибо всем огромное, что мы все собрались. Сегодня у нас праздник. Мы еще раз подтверждали, что мы сильны, наша организация сильна, и мы ничего не боимся. Всем успехов, всем удачи. Я очень рад, что мы вот собрались. Неоднократные чемпионы Украины, обладатели Кубков Европы и мира, 400 спортсменов с 35 клубов со всей страны съехались на традиционный ежегодный турнир «Харьков Опен». В каждой стране, где развито карате, проводят подобное – Париж Опен, Стамбул Опен. Наш Харьков Опен тоже имеет статус международного. Обычно здесь за титул сильнейших каратистов сражались бойцы из разных стран мира. Однако этот год стал исключением. Исходя из ситуации в стране, сегодня здесь только украинские клубы. Зато сражаются с прежним азартом. Если честно, там мне говорили, если 100-150 человек будут, то ты молодец. У нас 400, я считаю, что мы молодцы. С нашего клуба я видел, многие взяли призовые места, но чемпионом стал Лаваян Артур. И я надеюсь, что наши армянские спортсмены будут участвовать на наших турнирах, тренироваться у нас в залах и развивать армянскую «я» и армянский менталитет. Принцип клуба «Вагр» – карате – спорт для всех. Это клуб, который активно поддерживает людей с ограниченными возможностями, проводит бесплатные специальные занятия для инвалидов-колясочников и детей с ДЦП. Более того, эти ребята тоже являются участниками турнира «Харьков Опен», что, согласитесь, немаловажно. Битва спортсменов проходит весь день, с утра до вечера. С перерывом на торжественную часть официальное открытие турнира всегда проходит днем. Так, 1 февраля гости и участники соревнований встретились во дворце спорта «Локомотив». Там же прошло награждение дипломами клуба «Вагр» за поддержку и развитие карате в городе Харькове. Председатель Харьковской армянской национальной городской общины со своим первым заместителем тоже здесь. У нас всегда есть традиция, выступают наши близкие, выступают наши друзья, награждаем наших друзей, награждаем лучших тренеров, спортсменов в течение года, кто себя показывает. И мне очень приятно, что в большом клубе «Вагр» есть такие, так сказать, такая большая семья. Задумывались ли вы, что у спортсмена, так же как у музыканта, есть свой стиль? Певец владеет голосом, каратист – своим телом. У исполнителя есть выигрышные хиты, у бойца – любимые приемы, отточенные досконально. Поединок – это тот же выход на сцену, который тоже требует самонастроя и смелости. Так что спорт – это не просто физическая активность.
– это культура. Культура правильного образа жизни, полноценного развития и, конечно же, культура общения. Ведь карате – это не уличные драки, а искусство проведения тактически грамотного и мудрого поединка. Интеллектуальные способности спортсмена здесь не менее важны, чем его физические качества. Хотите проверить собственные силы? Приходите в клуб «Вагр», что в переводе с армянского, кстати, «тигр». Конфликт отцов и детей, столкновение века нынешнего с веком минувшим по Грибоедову, противоречия между старшим и младшим поколением в пьесе Островского. Когда-то почему-то принято было считать, что молодежь не обладает никакой силой и мудростью, да и вообще не способна принимать трезвые, обдуманные решения. Некоторые взрослые, впрочем, и сейчас так думают, но только не здесь. За этим круглым столом сегодня встретились три поколения. Не для споров. Отцы и дети, которые здесь собрались, прислушиваются друг к другу и доверяют. Отцы – это председатель Харьковской армянской общины и его первый зам, а также их гости – глава Полтавского армянского общества УРАРТУ и президент Всеукраинской кикбоксерской ассоциации. Ну а дети, соответственно, это представители армянской молодежи первой столицы. Образно говоря, дети, ведь на самом-то деле все присутствующие уже чего-то в жизни добились – в танцах и учебе, в бизнесе и в спорте, в культурной и общественной деятельности. И у каждого есть свое видение любого вопроса. Собрание Харьковской армянской молодежной организации всегда проходит занимательно и оживленно. Хотя это всего лишь наш взгляд сквозь призмы объективов, фото и видеокамер. Интересно, а какое мнение сложилось у тех, кто присутствует на заседании Харьковской молодежки впервые? Впечатление работы. Здесь каждый встречается, сидело 30-40 человек, было мнений гораздо больше. На каждого человека было по 3-4 мнения, и это самое приятное. То, что сейчас молодежь сидит, она думает, она хочет принимать активное участие в жизни не только армянской общины, но и всего города. Вопросы были масштабные. Кабинет, офис, дом предполагает на определенные действия, но в умах ребят гораздо больше, что предполагает действия на территории всей страны и также всего мира. Неоднократно звучало то, что наши друзья из Америки, наши друзья из других городов, наши друзья из Европы. То есть это все действует не локализованно, это действует не на территории Харькова и отдельной области, а действует на территории всего мира. Это приятно. 1 февраля председатель армянской молодежной организации Харькова собрал всех неравнодушных к деятельности общины и в целом к жизни страны и города на экстренное собрание. Повестка дня. Столетняя годовщина геноцида. С докладом выступила Маргарита Казарян, которая сейчас координирует вопросы, связанные со сбором и подготовкой материала о событиях 1915 года. Также был утвержден план проведения недели памяти жертвам геноцида в отношении армянского населения, совершенного в Османской империи. Влияние ситуации в Украине на диаспору. Было много мнений. Итог был таков, что нам нужно сохранять нейтралитет. И в любом случае армяне выступают за мир в родной уже для нас Украине. Отчет о проделанной работе за 2014 год. К сожалению, мы сделали не так много, как хотели. Во многом из-за ситуации в стране, из-за каких-то других проблем. Но, в принципе, все это перегрузили на нынешний год, 2015. И могу смело заявить, что год будет насыщенным. Главное, чтобы в нашу страну пришел наконец-то мир, стабильность, спокойствие, чтобы страна начала развиваться, а мы вместе с ней. План работы на 2015 год. Собрание именно харьковской молодежи я специально выбрал дату так, чтобы оно прошло после собрания Союза армянской молодежи Украины, так как у меня уже будут выписаны основные положения, основные мероприятия, которые планирует Союз прежде всего. А теперь нам осталось всего лишь не пересекаться с датами, которые
уже предусмотрены за Союзом молодежи, и насытить собственными мероприятиями, возможно, для кого-то и подать пример, для того, чтобы другие города подхватили. Мы все это скомпонуем, и у нас получится очень насыщенный год. Пользуясь случаем, перенесемся на пару минут в другой день и даже в город другой. 30 января, и это таки Одесса, та самая конференция Союза армянской молодежи Украины. Главы региональных молодежных организаций Одесской, Киевской, Полтавской, Херсонской, Мариупольской, Днепропетровской и, как вы уже догадались, Харьковской. На конференции также присутствовал настоятель храма святого Григория Просветителя отец Левон Гулян и представитель Союза армян Украины в Одесской области Артем Караджан. Возглавил работу председатель САМУ Вардан Арутюнян. Вопросы, по сути, пересекались с выше представленной повесткой дня собрания харьковской молодежки. План работы на 2015 год и мысли о том, как его воплотить. И опять же таки, основной акцент на проведении мероприятий в апреле. Обсуждались и проекты САМУ, спортивные мероприятия, конкурсы, молодежные форумы и их реализация. Пожалуй, ничего не утаили, все самое важное рассказали, а значит, вернемся в офис Харьковской армянской национальной городской общины. Первый день последнего месяца зимы прямо-таки толкал на новации. И вот свершилось. Единогласным решением армянской молодежи Харькова, той, что не поленилась свой воскресный вечер посвятить общественной деятельности, стало создание фонда армянской молодежи. Теперь появится общий банковский счет, на который каждый ежемесячно может внести свой взнос. Первый взнос, собранный участниками собрания, будет передан на строительство монумента памяти жертвам геноцида. Численность активной молодежи в общине составляет 800 человек. Хотя бы половина из них, если ежемесячно будет вносить свой вклад в денежном эквиваленте, неважно, опять же, я повторюсь, 10 гривен или 50 или 100, у нас будет свой отдельный независимый счет, который мы можем теперь уже направлять на то мероприятие, которое считаем нужным. Нам не придется для этого уже делать лишние звонки, брать деньги с общего бюджета общины, брать деньги, которые собирают члены правления ежемесячно. Таким образом, мы получим небольшую независимость, которая разгрузит, в принципе, общину в целом, а нам даст более вольную и открытую дорогу для проведения наших мероприятий и вообще нашей деятельности в городе. Взрослые, которых окружает талантливая, инициативная и прогрессивная молодежь, всегда будут гордиться новым поколением, а не жаловаться на него. Всем нам есть чему друг у друга поучиться. Молодой возраст, а мудрости не помеха, не правда ли? А что касается конфликта отцов и детей, так он несколько противоречит едва ли не главной семейной традиции армянского народа почитать старших и, стало быть, гипотетически невозможен. Спілка вірмен України розпочала реалізацію програми формування вірменського книжного фонду. Докладно про це у наступних програмах. До зустрічі рівно за тиждень. Желаете выучить армянский язык или же узнать все тайны и загадки истории армянского народа, а может заняться декоративно-прикладным искусством, научиться мастерить изделия из бисера, освоить игру на фортепиано, заняться вокалом, научиться армянскому народному танцу, и не только армянскому. Тогда вам просто необходимо посетить Армянский культурно-образовательный центр имени Месропа Маштоца. В этом учреждении при Харьковской армянской национальной городской общине занятия проходят на бесплатной основе. Здесь вас ждет дружный коллектив, профессиональные педагоги, обучение по программе, утвержденной Министерством образования Украины, и много сюрпризов в новом учебном году. Уже сегодня вы можете записать своего ребенка в дошкольную группу или в первый класс и даже для себя выбрать дисциплины по душе. Справки по телефонам 779-83-66-67-68. Двери Армянского культурно-образовательного центра имени Месропа Маштоца открыты для каждой семьи, независимо от национальности. Внимание! Дисконтные карты для членов Союза армян Украины ждут своих владельцев. Всех, кто заполнял анкеты на получение удостоверения САУ, приглашаем в офис Харьковской армянской национальной городской общины.
сила народу в єдності. Протягом століть, навіть далеко від рідної землі, вірменський народ зумів зберегти свою мову, віру та традиції. Вірмени завжди дбайливо ставляться не лише до своєї історії. Вони поважають людей і країну, де вони знайшли новий дім. Не будьте байдужими. Приєднуйтесь до спілки вірмен України. Об'єднуємось заради процвітання свого народу та всієї України. Бо це наш дім.